Ну, как видите, случилась тут некоторая у нас оказия в теплицах, но тем не менее одна теплица сгорела, но вторая с основной коллекцией цела. Поэтому, скорее всего, в ближайшую неделю отправок не будет, а отправках сообщим дальше. Но тем не менее, большинство растений уцелело, это хорошо, могло быть и хуже, но, конечно, неприятность неприятная. Вот, как-то так. Ну, вот тут уже темно. Ну, вот такое печальное, к сожалению, зрелище. Так что, как я уже говорил, давайте с отправками мы чуть-чуть повременим, потому что тут надо много чего сделать, много чего нужно перебрать и понять вообще, кто из растений остался, а кого уже нет. Но, как я уже говорил, что теплица с коллекционными акциями осталась целая, а вот рассада, к сожалению, пострадала очень-очень конкретно. Но будем что-то делать. Весной, я думаю, мы всю рассаду возобновим вновь. И те заказы, которые у нас сейчас были заказаны и оплачены, мы весной все равно восстановим. Прошу нас понять и сильно на нас не ругаться за задержки отправок. Все, что уцелело, ребята, девчата перенесли в эту теплицу. Так что, как видите, растений еще, сейчас я это включу, растений все равно еще очень много, так что просто нужно хорошо отдыхать, иметь хорошее настроение и дождаться тепла. Так что да, растений, вот оно все в ящиках, это все то, что нам удалось вытащить из той теплицы. Ну и вот, собственно говоря, то, что мы в этой теплице уже рассаживали, так что новая рассада, она скоро, ну как скоро, к весне уже будет готова.